Продолжаем, короче, проходить пока Праймал. Типа оценка, что я в прошлый раз сделал. Ладно. Так, а чё по навыкам? Ах ты, блядь. О. Теперь у меня есть копье, нахуй. Пойдем сюда. А как изготовлять? Девять деревень, да все. Шкура дикой собаки нужна. Сейчас найдем. Ага, пещера Такара, уровень 1, южный камень. Пыль южного камня, ёпта. Хуй просышь, что это такое, блядь. На тигра нарваться, блядь. А где тут мешок? Внизу или где? Пойдем. А, тут еще что-то есть. А где? Блять, ну надо мешок очистить, блять, выкинуть всю хуйню эту, чё, кости какие-то, блять. Как это выбросить, нахуй? Как это выбросить-то? Ты хуй порастешь. С копьем побегаем. Да вон мне не нужен. Убили нахуй, ты прикинь. Кабаны злые. А чё, я не создал, да, получается? Да, подожди, тогда в тайник сложим эту хуйню всю. Да. Как это положить туда? А, не, оружие, инструмент забрать.
все на месте. Блять, кабаны какие пидорасы, ты видел, да ебашечка? Они, да, блять. Ой, жестко. Ладно, пойдем. Ты ебать, я ж его срубил, не? Кость. Охуяна, не? За мной, да? Кабаны, ты меня напиздили жестко. Ты куда? Лампох. Перья, очи. Тростник 1.6, блядь, я его проебал уже. Ой-ой. Опять убили, ебать. Блять, эти кабаны жесткие, вообще пиздец. Они реально жесткие, я ебал, я с ними не буду вообще связываться, нахуй. Где моя дубина, нахуй? Я так и до точки, да как до точки, где был, я возобновлю. Так, ну чё, идем потихонечку. Хорошо, мамонты на меня не кидаются, блядь. Давай, шкурку, что там? А мясо собачьего не ест, да? Или что? Сланец. А что мне нужно для изготовления? Пещера Такара. Южный камень, сюжетное здание пройти, тростник, кость, северный кедр, перья, шкура кабана, вот надо, кстати. А что такое? А нет, это ольха, мне нужен кедр. Я куда-то с моими стрелами побежал, сука. А, он помер. Э, чё? Нет, ольха. Я ж, получается, двоих, нахуй. А, не, один только. Ну, а это хорошо, когда их бьёшь, они кровью истекают, умирают, это удобно.
сигнальная ракета. Ага. Кто это? А чё с этой хуйней делать? О, блядь. А как её зажечь-то? Что-то я не понял. Мешок охотника, шкура кабана, блядь, надо. Один из 16 захвачен, награда 400 очков. Численность Винджи увеличилась. А, перемещение. Май. О, южный камень. Так, навык есть. Три здоровья. Так, а что это надо? Сюда, наверное, что-то скинуть надо, нахуй. Что это такое? Звериная шкура. Мясо. Да нихуя себе. А как это назад отправить? Блядь, что я хуйню какую-то сделал. Ну, а хуй с ней. Помощь Винджи, сопровождение. Поговорить. Неизвестная территория, да, сходим. Что это? А, зеленый лист нормально. Алло. Что, сгорел, что ли? Охуеть. Че, ебать, а где мешок-то? А, надо здесь. Пох. А тут что? Надо смотреться там. Ну, кабана на крайний случай найти еще одного. А, все-таки. Это игра несовременного, блядь, мира, нахуй. Тут надо, блядь, аккуратно ебашь. Это не знаю.
Хорош, ебать. Вот и все. Бля, как стрелы издавали, бля. Ну и тут намесили нормально. А, это враг. Пойдет. Бля, где шкедр растет? Альхан, да нахуй. Да. Тоже альха, да? Иди сюда. Мне кабан нужен. Где он? А, все, сдох. Отлично. А, теперь шкуру дикой собаки надо. Что у нас тут? Жляди, это хуйня. А что здесь есть? Нихуя. А, не мешок. Змея где все? Какие-то мешочки, блядь. Альха X3, тростник. Так, а тут что у нас? А вот еще есть неизвестная территория. Это? Ой, блядь, крокодил, ну его нахуй. Тима, я точно не хочу идти. Блядь, опять альха. А где ж кедры растут? Да ёпта. О, по звукам где-то эти у дамы. Не. Дача Марин. Все что? Ой, говно. Ой, не, я не хочу с ними связываться. Блять, и копию забыл там нахуй. Может, это кедр?
Нет, вообще не взаимодействие. Да это альха, она мне, блядь, уже надоела. Бля, я копье проебал. А может, можно как-то новое создать? Северный кедр. Блядь, у меня вообще его нет, блядь. Тоже, да, крокодил? Ночь. Ночью темно и опасно. Видимость падает, а многие хищники выходят на охоту. Совершайте ночные вылазки, чтобы искать уникальных звеней, растения, коллекционные предметы. Как в мешке нет места? Ебанулся, что? Бегают. Так, карта. Блять, это далеко идти. Ну-ка, что это? Проводите группу винджеров в безопасное место. Сложность низкая, награда при прирост населения наполняется. Ага. Ладно. Чё? А кто это? Там вам крокодил, да? Где-то здесь. А кто здесь? Что я взял-то? А-а-а. Ладно, пойдем. Блин, очень раз стрёмно это. А, это... Ой, волк. Ой, еще волк. Ой. Ёп. А волка не дадите? Спасибо. Сковось на шкуре. Ага. Ну, что за место? А как спать? Стоп, что это было? О-о-о. Омар. Блять, а как спать в этой игре, ебай? Или хуй поспишь?
Кто-то где-то орёт, блядь, а. Что это было? Кто меня палит? Кому в тыкву стрелу засунули, блядь? Это медведь, ну его нахуй. Там, пойдем. Твинжиком. Это редких зверей тут и нет, нахуй. Барва, Шварман Сухиха Плаха, Палхувинджа Мазгарш, Ума Сакуи, Ханава Тарстам Гвашмас. Я не хочу это читать, я ебал. Начал порку Амарта. Там мешок где-то есть. Что это было? Что это? А, мест. Тебя не сюда нужно. И чё? А с каким из них-то? Ой, блядь, защищать, серьезно. О, день становится нормально. Ебать, меня сразу высекли прям нахуй. Блять, может не надо было такой уровень сложности ставить. Я ебал, честно. Но. А как стрелы создать-то, ёпта? Как стрелы создавать, блять? Хуй просышь. Ладно, давай еще раз пробуем. Пойдем сразу в тыкву, на. Опять убили, ебать. Блять, это трэш какой-то, сука. Блять, тут без лука хуй справишься, нахуй. Да, блять, точно, ебать. Чё? Чё было сорвать? Чё сорвать-то было, ёпта?
А, сланец, нахуй, ну. Ебать, сложно. Нахуй, может, можно пониже уровень солнца сделать, я ебал. Что-то мне, блядь, не нравится. Что? Умпачка! Дали б стрел хотя бы, что ли, ёб твою мать, блядь. Ушанки захватака! Дайте стрел. Ну. Шесть. Это мои стрелы тут проебанные были. Подожди, а тут четыре трупа было. Ой-ой-ой. Бля, два человека осталось. Что дают, ебать? Нахуй мне унести-то? Я стрелы собираю. 10 стрел, но это лучше, бля. Чего там? О. Еще что ли? Что-то я мажу, пизда. Вот дикари. Своего, кстати, убил. Ебать, все стрелы, нахуй. Хуйня какая-то ебаная. Все, новые жители деревни, нормально. Что здесь? Ага. Что это, встать захотелось? Вот у коллекционки, да, есть тотем духов какой-то. Жир зверя. Ебать, я ёбнусь, если буду в этой игре. Да. А там чё? Давай сначала вот это, давай следующую серию.